Новая антикоррупционная программа «Нур Отана» не должна оставаться лишь на бумаге. Только сплотившись, уверены тарасцы, можно победить коррупцию. И помочь в этом должны также институты гражданского общества. Обеспечение их участия в борьбе с коррупцией четко прописано в новой программе. Именно консолидация усилий общества и государства – очередной большой шаг в решении вопросов антикоррупционной политики. Экономические показатели, о которых мы можем говорить сегодня, это результаты наших многолетних трудов. Но чтобы сохранить и приумножить их, нужно приложить еще немало усилий. А коррупция имеет свойство значительно тормозить все процессы развития. Так что конкретная программа, способная регулировать механизмы борьбы с таким социальным злом, попросту была необходима. Я считаю, что этот новый документ имеет огромную политическую значимость, и мы его полностью поддерживаем.